Всем привет, с вами это я, Тигр, и сегодня мы будем долгожданная гонка с Логаном. Ссылка на его на видео в описании. Ну а сейчас мы будем гоняться. Давайте. Раз. Два. Три. А, он там разговаривает с подписчиками. Ну, ладно, сейчас поедем. Короче, сегодня еще будет новый выхлоп. Четыре выхлопа. И, походу, я ее продам скоро, эту восьмерку, эту легенду. Она, вот с чего и началась она. Давайте. А, он не включил видос. Так. А что еще можно поговорить? А, все. Ну, сейчас давайте. Раз. Два. И три. Ну, у него GZ2. И я выигрываю. Я выигрываю. Простите, что так. Ладно. Я выиграл. Я выиграл. Сейчас будет у нас вторая попытка. А, он уже хочет все, десятку потом отдам. Десятку что это он хочет отдать? Ну, давайте сейчас это будем записывать. Давайте раз. Два. Три. Ой, извиняемся, что так, но да. Ну, я выиграл, да? Не, он выиграл. Он выиграл. У нас три попытки будет. Брау. Так. Я у него, кстати, брал черный баллон. Вы, кстати, помните, я показывал его белый цвет, но я сейчас расскажу после гонки. Раз. Два. Три. Кто лучше? А, он лучше. Я восьмерка проиграл на шестнаре, а он на GZ2 и выиграл. Такие дела. А, не, он заглох, что ли? А, не. Ладно, чё. Сейчас будем прощаться с ним и поедем. Сейчас ему скажу, что ты выиграл, и поедем ставить новый выхлоп. Да.
Я поставить выхлоп. Все. И я включусь, когда мы уже будем в автосервисе. Давайте. Не переключайтесь. Вот, я уже приехал и поставил выхлоп, трубу. У меня, кстати, на дороге выпал выхлоп, так что, да, вот, смотрите, какой выхлоп, да? Это теперь финальный тюнинг, все, больше не будет тюнинга и все. Так что я сейчас вам расскажу, кстати, почему у него белая тачка, а не... Та черная. Он ее, короче, протюнинговал и все. У него, кстати, проект называется Лойд. А у него GZ2, я говорил, и все. Ладно. Короче, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока-пока, удачи!